Привет, друзья! Сейчас хочу рассказать вам про незаменимые на лето штуки для макияжа и для красоты. Первое – это вот такие вот миниатюрки духов. Очень удобно, потому что большие версии очень могут надоесть, когда летом хочется часто менять парфюм. И вот такой вот очень удобный в сумочке, он шариковый и... Разные фирмы выпускают. Вот, например, удалось найти от Хлои вот такой. И от Масаки Широ. Если вы не хотите нарваться на подделку парфюма, то лучше выбирать менее распиаренные бренды и ароматы, менее популярные. Потому что, к сожалению, чаще всего встречается именно в популярных ароматах подделка. Тени от NYX Wicked Dreams Rev Fu. Очень классная палетка. Наносить их удобно вот такой кисточкой. Самая фишка – это тушь. Все уже, многие в курсе, что Кабаре – это классная очень вещь. Однако стоит отдельно упомянуть цвет классной вещи. Вот там есть оттенки разные, зеленый, есть фиолетовый. То есть, если вы используете тени пепельного, например, серого оттенка, вот, например, такого черный асфальт или какие-то монохромные, очень классно будет не черные ресницы, а вот такие фиолетовые. Или ресницы поверх черного покрашены фиолетовым. Они будут давать отблеск интересный, и для лета это вообще очень интересная находка. Дальше идем. Губы. Вот этот блеск от Givenchy. Очень хороший, потому что не липкий. Умеренный блеск, частички у него сияющие присутствуют. Короче, просто очень хороший качественный блеск. Дальше у нас идет румяна. Ах, ну да, мы еще не можем не вспомнить про карандашик для губ. Объем Жали Левр от Vivienne Сабо. 102 оттенок натуральный. Для увеличения объема губ даже под блеск очень хорошо. Дальше. Вот такие вот Givenchy румяна. Вот. Здесь имеется... такой аппликатор натуральный ворс, но в принципе удобно пользоваться чем-то побольше всегда. Вот кисточка, которая радует глаз, очень летняя. Вот. Ну и собственно вот макияж и парфюм на лето.